Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, продолжаем с вами смотреть всяческие бонусы по игре Dead Light. И у нас пришло время к просмотру компьютерных там игр, короче, в игре. Игр в игре. Вот. Так, где у нас находится, наверное, воспоминания Рэндала, да? Секреты. А, нет, не секреты. Электронные игры. Вот. Электронные игры. Так, смотрите, у нас их три штуки. Их три штуки. Так что сейчас мы с вами забацаем какую-нибудь из них. Давайте поначалу, в первую самую. Узнайте, что значит быть звездой, и станьте легендой рока вместе с любимой рок-группой Сиэтла в игре Raven Thunders Rock Legend. Играйте за Винса Айдола, ведущего гитариста группы в этой потрясающей электронной игре, которая включает потрясающую графику, музыку и настоящие звуковые эффекты. Окей, смотрите, настоящие звуковые эффекты. Здесь какой-то рекорд уже стоит, я не знаю, что это за рекорд. 30. Вот, я игру даже не запускал, не знаю, что это. Может, сама игра как бы выставляет рекорд, который нам нужно побить. Наверное, так, я думаю. Ну что, давайте попробуем сыграть в Raven Thunders Rock Legend. Показать и скрыть управление. Так, влево-вправо, Enter, правый Shift и пробел. Окей. Влево-вправо, погоди. А. Погоди. А, вот, все, началось. Эти, лево-вправо. А, вот, просто лево-право. Погоди. Нам нужно собирать, что ли, вот эти вот нотки, я так понимаю, да? Нет. Стоп. Я пока... Стоп, я не понял. Правый Shift. Game B, Game A. Что-то я не въезжаю пока, что делать? Пробил, что-то там, звездочка какая-то. Ну-ка, давай-ка попробуем. Попробуем сейчас. Погнали. Так, мы что-то забрали, короче. Так, Enter, звездочка. Это мы... А, Game A, это, наверное, за барабаны, наверное, мы играем, да? Я так понимаю. А Game B это за гитару. Короче, ловить вот эти штуки надо, по идее, я так понял, да? Так, смотри, 16 уже. 17. В принципе, смотрите, это знаете, как... Эти штуки нам надо ловить? Хм, странно. О. Так. Хм. Не въезжай, погоди. Что-то я не понял. 24 вы тут набрали. Сейчас мы... Game B. Так, почему без звука? Что-то без звука у нас тут. Вот эти вот, смотрите, такие вот нотки мы ловим нормально. А прозрачные нотки почему-то... Могу понять. Вроде нажимаю на Enter, короче, а они нифига не берутся. Странно. Странно и непонятно.
вроде в управлении собрались как бы так-то, в принципе. Или надо переключаться, убивать. А, гейм А и гейм Б. Отлично, вот эти вот сейчас мы берем все. Сейчас, по идее, должны пойти у нас еще прозрачные. Прозрачных я брать. Так, ну что мы? Побьем рекорд. Я думаю, за один видос мы просмотрим все. Блин, смотри, мы побили, короче, рекорд, все отлично. А, кстати, вот эти нотки, они ускорились. Заметил, да? Что-то почему-то без звука, непонятно почему. Ракет, ну давай до соточки дотянем. Смотри, как она ускорилась-то все. Это, знаете, по принципу, раньше была электроника, короче. Опа. Просрал. Я просрал. Да. Я просрал, но 46 набрали, вот, и отлично. Это было как вот раньше, знаете, электроника, игра там, волком ловить яйца, короче, да, помните, или по уткам там, по-моему, стрелять, да что, у меня нос-то чешется. Так, окей, ладно, это мы посмотрели. Давайте следующую. Так, пора за работу. The Kenneth Brothers с гордостью представляет Sport Daisy. Новейшее, последнее и гиперреалистичное электронное чудо сделано в Японии, Тагава ЛТД. А покажи инструктору по фитнесу Дейзи Спортон свои стальные пальцы, свои стальные яйца. Все как в настоящем классическом фитнесе. Трико не нужно. Следуйте ритму и движениям Дейзи, используя 4 кнопки. За дело. Смотрите, рекорд 30 опять. У нас уже, смотрите, рекорд 46. Отлично. Давай попробуем спортивную игру у фитнес. Так, Q, А, но, это О, да? О и К. Вот что-то как-то разбросано все. Так, эти две кнопки. К, О. Правый Shift. Короче, тоже смотрите, гейм А и гейм Б. Что-то я не понимаю. Ладно, давайте попробуем гейм А. Погнали. Так. Так. Короче, надо это, следить за движениями. Нормуль. В смысле? Все четко или нет? У нас все получается, да? Смотри, у нас... Воу-воу-воу! В разные стороны это... Это нифига не хорошо. А че эти-то возникают? Там три стоят. Три бобенцы. Видали, как у Дейзи ляхи, как накачанные просто. И ноги как копыта. О, видали просто. А, погоди, я не успел. Ну, что-то не вякай, не надо. Так, у нас один посетитель свалил, короче. Ему не понравилось. Так, мы рекорд уже побили, смотри. В принципе, это у нас тоже не так, в принципе, сложно. Все отлично. Все четко, Дейзи, все четко. Бицуха накачана у нас теперь в хорошей форме. Скоро у нас будут такие же ляхи, как и у тебя. Окей. Так. А интересно, все 4 кнопки она сможет делать? Все четко. Так. До соточки догоним, нет? А, блин, я сразу 2 кнопки нажал. Ну ладно, могла бы это... пощадить. Хотя тренера, они такие, знаете, будут тебя
мучить, выбивать из тебя последний пот, короче, да? Зато потом скажешь им спасибо за это. Сначала будешь проклинать, а потом скажешь спасибо. Спасибо, тренер. Все было очень и очень замечательно. Руки вверх. Отлично. 114. Охренеть. Бицуха снова накачана. Давай-давай. Смотри, у нас жизни появились по новой. Народ подошел. Фитнес-центр развивается. Профессиональный тренер Дейзи показывает настоящий класс. Окей. Руки выше, ноги шире. 3-4, 3-4. Или как там поется? Ох ты, нифига себе, ты видал, какой маневр сейчас был, да? Давай. Ногу выше тянем носок. Это называется упражнение. Дорогой, я сломала машину, да? Разбила машину. Окей. Хорошо, что нас еще не заставляют, знаете, вот когда она руки под... В смысле? А, я две руки, короче, нажал, да? Вот. Не заставляют нас пальцы еще... Ах ты, опять я промазал. Когда она вот руку вверх поднимает, видите, пальцы она растопыривает. Да блин, опять я вместо ноги нажал на руку. Ну ладно, мы рекорд побили. Все нормуль. Переходим к следующей. Переходим к следующей игре. Нормально. Нормально. Когда отделать нефиг, можно поиграть. Окей, погнали. Следующее. Следующее. Ну а вот здесь что-то, смотрите, такое вот прям жестокое, да, наверное. Madness Mansion. Совершенный игровой опыт, основанный на страшном классическом чтиве Ariel and Dawn. Ваши глаза и мозг расплавятся от развлечения. Помогите детективу остановить культистов, не дайте им зажечь свечи или скрытая сила древнее, чем человек, проснется. Действие, приключения, тьма, невероятная цветная графика, страшные враги. Играйте сейчас. Что-то там, лишитесь чего-то, короче. Будете играть сейчас и чего-то лишитесь. Непонятно чего. Ну что, давайте попробуем. Это, наверное, типа... ретро-инди-хоррор какой-то. Не инди-хоррор, а просто хоррор. Смотри, тут цветное. Все цветное, только почему-то два экрана, короче. Непонятно. Надо что-то делать, короче. Давайте управление. Enter. Game I. Shift, понятно. Так, клавиши стрелок. Клавиши стрелок, понятно. И пробел. Окей. Ну, давай, наверное, попробуем. Попробуем. Забацать. А, надо, короче, ловить их фонариками. Так. Ну это уже посложнее будет что-то, да, чем предыдущие игры. Это, знаете, я говорю по принципу, вот как ра... как эти инди-хорроры, знаете, чисто... А, ты свечку зажгла, тварь! Инди-хоррор. Даже здесь фонарик. Хорошо, что он не кончается. Смотри, такой инспектор гаджет тут. Инспектор гаджет. Отлично. Так, снизу там никого. Надо следить за нижним и за верхним экраном, короче. Давай, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей. О, отлично, успели. Ах ты, тварь. О, смотри, какие-то эти... Это зажглось у нас, смотри. А! Нифига себе. Они, короче, какой-то этот... какой-то обряд проводят. Быстрей, 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 быстрей! Нет! Сейчас зажгут все. Отлично. Сейчас зажгут и какой-то... Сатану. Смотри, Ктулху вылез, да? Ктулху вылазит, реально, смотри. Точно, Ктулху, ё-моё. Точно, реально. Погоди, а игра-то не закончилась. Получается. Я-то думал, всё, мы проиграли. У нас продолжается
У нас тоже несколько жизней получается, да? А где у нас? У нас показано, сколько жизней у нас? Или она будет бесконечная игра так вот? А, там зажгли тоже, смотри опять. Я нижний экран... перестал смотреть на нижний экран, короче, и снова вылез. Тулху. Окей. Погнали. Так, 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 куда ты прешься? Ты куда-то прешься. Так, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Отлично. Там наверху, наверху, наверху. Смотри, у нас опять что-то зажигается все. Этот ухо опять пытается вылезти, короче. Хотя у нас свечи, смотрите, не все зажгли. Почему? У нас же не все свечи зажгли. Почему он вылез-то? Что-то не понял. А, ну все, да, 3 жизни, короче, у нас было, и вот, мы все просрали. Окей, ну рекорд мы, по-моему, побили, да. Больше, да, 98, короче. А, вот шляпы. Понятно. Жизни наши. Окей. Ну что? Вот мы и посмотрели, короче, вот эти все 3 игрушки. В принципе, прикольно. Знаете, так для разнообразия прикольно. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Обязательно комментируем и увидимся с вами в следующих прохождениях. Всем пока!